Здравствуйте, в эфире ТНТ Тула, программа «Афиша». Меня зовут Светлана Мулыкина. В Тулу возвращается долгожданное тепло, а значит, мы с нетерпением ждем выходных. Чем заняться, расскажу прямо сейчас. 13 мая во дворе Тульского историко-архитектурного музея состоятся мастер-классы под названием «Двор Труд Май». Это подготовка к картонной ночи. Основная цель организаторов – привлечь туликов к подготовке праздника, поэтому приглашаются все желающие принять участие в изготовлении столов и стульев для мероприятия под чутким руководством мастера. Мебель очень простая, поэтому после вы легко сможете сделать что-то похожее у себя дома. Вход бесплатный. Как странно, там нет инструкции. Может, его так легко собрать, что инструкция не нужна? Все ближайшие выходные в Тульском Кремле гостит фестиваль «Литера Тула», который мы с нетерпением ждали целый год. В этом году он будет проходить при любой погоде, потому что размещается в роскошном помещении выставочного комплекса на территории Кремля. Вас вновь ждут встречи с писателями и художниками, мастер-классы, викторины, круглые столы и дискуссии. И, конечно, много-много-много книг. Как ты ее читаешь? Здесь же нет картинок. У некоторых людей есть воображение. Ну а в доме музея Вересаева тоже проходят мастер-классы, в этот раз по изготовлению кукол котов. Главным организатором и вдохновителем проекта является тульский мастер Наталья Томенчук. Скажи, ты скоро сделаешь куклу для Нюши? А то я уже больше не могу. Почти все готово. Подробную афишу ищите на нашем сайте tsn24.ru. Хороших выходных!